Уральская усадьба представляет. Была сделана теплица капелька шириной 2,5 метра, длиной 6 метров. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20. Полимерно-порошковая окраска. С одного торца у нас разрезная дверь-форточка. Другой торец глухой. Теплица установлена на брус 100 на 100, пропитанный антисептиком. Поликарбонат 4 мм. По торцам прозрачный. Покрытие желтого цвета. Также в теплице установлено 2 форточных блока. Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет! Сегодня у нас 27 сентября 2017 года. Построим теплицу каплям шириной 2,5, длиной 6 метров. По торцам у нас расположены разрезные двери форточки. Сам каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20. Арки сварены с усилителем. Вся обварка выполнена в круговую. Покраска у нас полимерно-порошковым способом, светло-серый цвет. Также установили мы диагонали укосины. Конструкция стоит на брусе 100 на 150. Брус положен ребром, пропитан антисептиком. Закреплен к основанию, которое раньше тут было, из шпал. Поликарбонат использовали 4 мм, 0,7 плотность. Теплица очень надежная, простая. Простоит долго, не сломается ни от ветра, ни от снега. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.